Конор просто выживает. Он пытается достоять и едва не настоящему выживает уже Конор Макгрегор. Останавливает бой Роберт Бёрд. Технический нокаут. 10-й. Это легенда бокса. Это Флойд Мани Мейвезер. Взаимное уважение, конечно, Конор заслужил. Конор уклоняется вправо. Удар идет справа. Конор уклоняется влево, и там его настигали кулаки Флойда. Первые раунды от Конора были, конечно же, хороши. Осмелился выйти в боксерский ринг с, возможно, величайшим боксером в истории. Ну, действительно, местами здорово, пока у него не начало кончаться топливо. Флойд начал охотиться за головой. Не оказался Конор готов к такой скорости, к такой мощи.